Мудрая богиня войны. Радостно тебе видеть свой город при тебе. Скажи, если что-то понадобится. Ah!
Найду укрытие. Ближе я тебя не подпущу. Или хочешь подбой?
Эйла! Карин, город горшков и блудниц. Только и всего. Опасное место. Могут найти мою мать. Нужно выяснить, где Антуса. Ты Антуса? Я? Антуса? Для тебя я могу быть кем захочешь. Я беру меньше, чем Гетеры. Но в постели мне просто нет равных. Значит, ты знаешь, о ком я. Антуса? Много слышала о ней, но не встречалась. Говорят, все гетеры равны, но Антуса особенная. Ее слово для них – закон. Я еще не встречал гетер. Не верь слухам. Они торгуют своими телами, как и многие в Каринфе, но это не главное. У них свой подход. Их слова столь же красивы, как и они сами. По-моему, неплохая работа. Ты не хочешь быть гетерой? Годы уже не те, сам видишь. Пока познаю все тонкости дела, мои клиенты будут мертвы. А где все гетеры, если не здесь? Они смотрят на нас свысока и не хотят иметь с нами дело. Если ты их ищешь, ступай на холм, как Рокаринфу. У храма ублажают почитатели Афродиты.
Вроде я на месте. Храм на вершине Акрокаринфа. Он-то мне и нужен. Да что они творят? Надо им помешать. Знал, что полководец был еще и поэтом. Нужно действовать осторожно. Кто это был? И почему они искали Гетер? Ай-я! Они думают, что храм принадлежит им, злодеи. Воры тут как тут, а Гетер не видно. Гетеры? Они гораздо умнее нас. Они поняли, что всех клиентов грабили по дороге сюда. В Каринфе от людей дельца не спрятаться. Кто придумал себе такое имя, делец? Не говори ему об этом. Последнему глупцу, что произнес его имя, отрезали язык. Значит, делец, известный в Каринфе, преступник. Мастер подпольных сделок. Одной рукой он собирает деньги, другая всегда готова нанести удар. Он зверь, алчущий крови и наживы. Вот он кто. Он преследует Гетер. Ради денег? Все верно. У Гетер много драхм. Вот он и хочет забрать у них все.
Пускай лучше воры грабят их, а не нас. Если ты знаешь о Гетерах, знаешь и об Антусе. Я ищу ее. Говорят, она повсюду, но я ее не видел. Но Гетеры видят все. Я видела их у источника Пирене, внизу, у горы. Там они встречаются с клиентами и уводят куда-то. Ясно. Лучше молитесь Афродите дома. Ты видишь, Антина?